think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем обзор. Блин, долбанное солнце мешает нормально снимать, но погода радует. В общем, обнова тоже, в принципе, в основном радует, потому что нету чего-то такого имбалансного. Если откинуть 15 скиллы, которые тоже не все смогут сразу даже донаты прокачать, потому что там не будет хватать количества очков на локации судьбы. В общем, у нас сегодня я вам показал первую PvE локацию. Это разлом Одинокое море, точнее Трио. Сейчас я сделаю обзорчик на разлом. Также я вам показал питомца. У кого есть новый герой, пишите. Я его выбивать не буду, потому что это бессмысленно. Он условно бездонатный, как сказано. То есть можно способом доната и без доната получить. Ну, в общем, посмотрим. Думаю, скорее всего, его добавят в острове. Тем же самым уменьшат количество... точнее, возможность получения других героев донатных, которые собирают без донаты. Такс. Ну, в общем, поехали. Показал я вам море, показал супер пэта, показал чарку. Кто не смотрел, зайдите в предыдущие видосы, посмотрите. Все, что нам осталось, только посмотреть на нового героя. Либо мы его выбьем уже там, либо на русском, либо на английском сервере. Запилю вам обзорчик. Такс. Сейчас у нас... Разлом, раскол. В общем, смотрим плюхи. Это у нас идут первые плюхи, которые были. То есть 7, 12. Ну, я буду максимальный сундук смотреть. 12, 24, 24, 2, 20, 23. То есть такие плюхи. Потом у нас добавили, спустя там, не знаю, пару обнов, уже следующий левел. 15, 32, 32, 3, 26, 30. Ну, такое. Но я знаю, что многим без донатом сложно фармить. И тут у нас добавили вот самое интересное, ребят. Посмотрите внимательно сюда. На вот это вот. Восьмерка, ПДшка. И тут у нас истинная вера. И вот ради этого каждый без доната, я думаю, должен зафармить, потому что это кайфовый талант, эмблема на сегодня для некоторых героев. Но опять же, это не девятка, то есть девятка там покруче будет, там будет 2 секунды с 5. Именно девятка тащит, девятка, десятка, они плюс-минус одинаковые. Ну и даже такой вариант для бездоната, особенно для тех бездонатов, которые мы собирали на некоторых серваках топовых героев, это будет очень офигенная тема. По плюхам давайте начнем с зеленого сундука. 12, 20, 23, 3 штучки у нас получается, 32, 38. То есть по сути... Если так посмотреть, это 27. Это как максимальный вот здесь сундук. То есть даже некоторые плюхи уже круче идут. На втором сейчас глянем. 32, 15, 3. Ну, то есть минималка здесь. То есть если вы начнете фармить третий, я не знаю, сейчас мы посмотрим, какие там монстры. Может, они там просто заоблачные. Такс. А тут на максималке уже, блин, ну прилично. 40, 40, 20, 38, 32. Ну, реально, плюхи здесь уже намного круче, честно скажу. Такс. Поехали, начнем с первого. Ну, тут там чисто раз зафармить хотя бы один раз ради истинной веры, я думаю, стоит. Так, сделали. Я так относительно сделаю, расставлю. Потому что и так понятно, что мы здесь нифига не сможем затащить. Ай. Тут
каких бы героев я не брал, их ушатает соло. Я думаю, тут вряд ли кто-то есть, чтобы с кем-то побегать. Да я и не бегаю такие локации, честно скажу. Это больше для бездоната. Возможно, я не знаю, в каком-то веке, если не заброшу, то сбегаю на других. Так, и Зефира возьмем. Ну, в общем, такой вот будет у нас состав. Сейчас я башенки добью. Хоть какими-то героями. А, есть. Есть. Сохранить. Сохранили. Давайте начнем с первого. Ну, тут вообще не бегают. Они спят, походу, сейчас. Так, ну, первый этап. Я думаю, вы и так многие знаете, какие тут герои выходят. Я для себя хочу посмотреть, потому что я сюда не бегаю. У меня нету времени на это и нету надобности. Очень много мы увидели. Так, попытки у нас есть. В принципе, можем еще раз бегать. Они что-то они все вышли там, где именно наша база была. Ну, тут мы делали всегда раз, тут два по два. То есть, два с одной стороны, два с другой стороны. Первое, второе фармится на изи. Это подобие адскому саммиту. Конечно, тут у меня здания рушат полным ходом. Некросы, огники, гоблины. Ну, все дела. Поехали на второй левел. Так, тут кто-то у нас... Ну, тут тоже никого нету. Это надо чисто либо 4 твинка создавать и соло фармить. Хотя сейчас, в принципе, 4 твинка создать, прокачать там по 5-6 героев, это не такая уж и проблема, нежели это было раньше. Ну, конечно, вам придется всю линейку качать, чтобы их всех прокачать. Так, ну, этих первых заштормили. Тоже розочки видим. Асурики. Сразу наш космо ушатался. Ну, такое. А теперь самое интересное, я думаю, это третий левел. Тут однозначно тоже никого нету. Я не вижу, сколько силы надо. А, ну вот, опять же, смотрим расстановка. Здесь меняется. Так, если тут так, 2-2-2. И на первом тоже 2-2-2. А на третьем? На третьем у нас уже немножко изменена раста. То есть, как видите, не напротив. Влияет ли это на что-то? Ну, не знаю. Я бы, наверное, не сказал, что прям там мега-мега повлияет на результат. То есть, относительно расстояние между этими одинаковые. По сути, я думаю, без проблем должны фармить, кто бегает составами. Я показывал когда-то вам бездонатный состав на эту локацию. Но, видите, немножко все изменено. Давайте сюда вниз закинем. Посмотрим отсюда. Солнце такое фигачит, аж хромаки просвечивает. Итак. Я без комментариев просто это оставлю. Просто без комментариев. Я думаю, вы и так все сами видите. Ну... Что я могу сказать, IGG? Ну, я понимаю, что вы хотите, чтобы купили там божество, купили Мэри. Ну, по сути, для этого придется, ребята, вот из-за этого, придется просто тупо фармить, хотите вы, не хотите, за пределы на максималке. Потому что, ну, тут зефиры идут. И чтобы их остановить, нужен однозначно космо, нужен будет феникс, заморозки, лисица там и прочие, блокировки. Но это жопа. Для бездонатов я сразу говорю, это... А, божество! Все, ребята, сливайте воду. Фрея, божество и прочее. Я не знаю. Я думаю, здесь будет жопа. Полная жопа. И это зафармить просто, ну... Если там божество выбегает,
Какого фига? Ну, я понимаю все. Ну, возможно, вы добавите там мегагероя какого-то, но там божество, оно может стычки ушатать ваших с ограничениями. Все, вы нифига не сделаете. Плюс зефиры, плюс фрей, для которых вам придется ставить Майри божество тоже. Но это просто аут, ребят. Посмотрите, космо, ну, все, короче. Сливаем. Сливаемся отсюда. В общем, вот такая вот тема. Это реально жестко. Это жестко, и для бездоната это печаль. Самое, что не есть настоящее. В общем, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Будем смотреть уже на других серваках, собирать составы, но это бред. Все, всем удачи, всем пока.